Как приобрести земельный участок в собственность у администрации? Местные власти продают земли по очень выгодным ценам. Как не проморгать и купить интересующий участок? С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Рассмотрим два варианта покупки. Первое – при помощи аукциона на торгах. И второе – без проведения торгов. В этом видео вас ждет лайфхак. Узнаете, как купить участок всего за 3% от кадастровой стоимости. Обязательно досмотрите до конца. Выкупаем землю у администрации с аукциона. Первый этап – подготовительный. Инициатива при поиске земельного участка – залог успеха. Администрация не спешит оповещать всех в рупор о продаже земельных участков. Если вас заинтересовала муниципальная земля, специалисты в области земельного права советуют выяснить у сотрудников местной администрации, есть ли шансы на ее приобретение. Если шанс есть, дерзайте. Заказывайте и утверждайте схему расположения земельного участка, проводите необходимые кадастровые работы. Только после этих манипуляций подавайте заявление в администрацию. Второй этап. Обращение с заявлением. Заявление – обязательная письменная процедура. Вы должны предварительно согласовать с администрацией приобретение участка. И третий этап. Рассмотрение заявления. Каждая бумажка должна вылежаться. У администрации есть целый месяц, чтобы дать один из ответов. Либо извещение о продаже участка с торгов, либо отказ в продаже с обоснованием. Именно из-за того, что местные власти могут отказать в продаже, я советую хорошенько все разузнать о возможности продажи заранее. Ведь проводить кадастровые работы – та еще процедура, требует временных и материальных затрат. Четвертый этап – торги. Аукцион по продажам участков проходит с учетом норм законодательства о проведении торгов. Все сведения в открытом доступе. Первоначальная стоимость определяется администрацией и, как правило, она равна кадастровой стоимости. Имейте в виду, что в торгах могут поучаствовать еще все желающие. Кто предложит самую высокую цену, тот и победит. Пятое. Выкуп земли и оформление права собственности. С победителем администрация заключает договор купли-продажи и после этого участок оформляется в собственность. Выкуп земли у администрации без проведения торгов. Торги для продажи муниципальных земель обязательны и установлены земельным кодексом. Однако в каждом правиле есть исключения. Без торгов можно купить участок, на котором расположен дом, или если земля находится в аренде. Полный перечень исключений прописан в пункте 2 статьи 39.3 Земельного кодекса. Более того, выкуп участков возможен по льготной цене. Эту льготу устанавливает местный муниципалитет. По законам большинства регионов нашей страны купить земельный участок, на котором расположен дом, здание, сооружение, собственник этой недвижимости может за 15% от кадастровой стоимости земли. Кроме того, некоторые граждане могут оформить собственный земельный участок по максимально заниженной цене – аж 3% от кадастровой стоимости. И это не шутка, а законное право. Например, таким правом обладают собственники частных домов, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения для ИЖС и ЛПХ, ведения садоводства и гаражного строительства в Московской области. Правда, для оформления документов надо отбежать 33 инстанции. Но это уже другая тема. Друзья, а какие правила действуют в вашем регионе? И реально ли купить землю у местной администрации? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Пока!